А вот сейчас он начал упираться. Удар был судаковый, похоже. Это был уже жерех. Поклевка была. И вот это вот. Есть, ребята. Вот такой вот. И рыба хорошая. Здравствуйте всем, привет всем. Пятница, вечерок. Мы с Димоном снова на оке. Вода сильно поднялась. Сантиметров, наверное, на 25. Течение сильное. Рыбу пока не видно, видны только лодки. Ну, будем упираться. Задача жерех поначалу. Там посмотрим. Время без 15:07. Погнали. Первый заброс. Рапин. Хорошо пошел. Дно. Попробую медленную равномерку. Что-нибудь такое непонятное. На последней рыбалке два ратлина потерял. Не хочется еще потерь. Средние слои тоже надо проверять. Ну и от дна будем плясать. Вот он. Ладно, щупаем дно. Ну что, попробуем волшебный бугорок. Кто-то под берег пожаловал. А это, наверное, моя плетенка, которая там осталась. Нет, это просто трава. Надеюсь, плетенку лодки сдули. Или намотали на винты. Есть, ребята. Но это что-то небольшое. И по сопротивлению, и по поклевке походило очень на окуня. А вот сейчас он начал упираться. Дергается. Ну-ка, покажись, кто ты там. А ё... В рот. Ребята, смотрите. Подлещик в рот. Как так? Ай, бляха-муха. Вали. Дятел. Продолжим. Солнце уже скоро упадет. Выйдет он сегодня сюда или нет?
перехлестнулся. Кстати сказать, в этом месте телоспиннер еще сильнее засаживается, чем ратлин. Пока непонятно, где искать рыбу. И еще немножко времени то. Подождем. И по скорости проводки пока непонятно. А поклевочка, ребята, удар был судаковый, похоже. Со дна ступенькой на ратлин. Попробую-ка еще разочек туда же. Такой четкий, классный был. Стук. Бляха-муха. Снял. Снял. И снова засадил. И снова снял. Опасно. Ребята, был жерех удар. Класс. Ну неужели? Где-то здесь он. Так, время. 15 минут. На середине. На ратлин. Давай-ка средние слои посмотрим. Класс. Это был уже жерех. Это была его поклевка. И он был не у дна. Чуть ниже середины. Я аж оживился. Клевка была. Время 8 часов. Да уже пора бы. И вот это вот. Есть, ребята. Есть. Наконец-то. Но это на жереха не похоже. Скорее всего, жерешок. Ой, окунек. Бойкий какой-то. Попался. Кто ты? Жерешок. Ай, ты мой хороший. Ай, ты мой дружочек. Ну, нагулялся. Ну, такой килошничек. Мой ты дорогой. Вот такой вот. А, нет, ну, граммов, наверное, 800. И мой любимый. Ай, в глаз. Отпускать не стал. Димка заберет домой. Ну и как в этом сезоне полагается, на поверхности его нет. Не густо. Сработал ратлин. И все от дна. Только по камешкам дынь. Сразу и поклевка. Но поклевка такая была. Явно не жереховая.
теребонька. Я поэтому даже и подумал, что это окунь. Такая история. Ну, жирешком размочился, уже приятно. Уже не зря. Ребята, есть рыба. Тейлспиннер. И рыба хорошая. И рыба хорошая. Идет вверх по течению. Это Леша был. Это был Леша. Алексей Багрёныч. Тейлспиннер. Но с поклевкой типа. Офигеть. Решил я его отпустить. Он живой. Полчаса на кукане просидел. С ним все хорошо вроде. Отпущу. Спасибо за поклевку. Извини, что поранил. Минус один ратлин, это, конечно, печально. Но что поделать? Не хочет он в средних слоях отзываться. Только чиркая по дну, есть какой-то отзыв. А так речка мертвая, всплесков никаких нет. Где его искать, непонятно.